как относятся к русским в Казахстане? Прекрасно. Вот знаете, если вы приедете в Германию, в Польшу, они будут говорить: пани, прошу мувить по-польску, или тоже немцы скажут: пожалуйста, давайте на немецком. Здесь все говорят на русском, в принципе. Было одна-две ситуации, когда я разговаривала на казахском. Опять же, я в очереди нашла человека, который ему там все транслировал, перевел. Вообще никаких проблем. Можно через Google транслятор, но у меня интернет на телефоне нет. Поэтому, в принципе, вот так. Я считаю, что отношения прекрасные. В любом магазине, в любом Сбербанке тебя прекрасно понимают. Прекрасно понимают на русском. Вообще, при том, мы живем в самом отдаленном районе. То есть здесь не казахи вокруг. Мы тут единственные русские вот в этом районе. На нас смотрят диковинно, потому что говорят, как это русские. Русские ходят сейчас на работу, люди, которые приезжают, в принципе. Ну, не знают казахский. Казахский очень сложно, на самом деле. Татарам попроще, потому что очень похожий. Но, конечно, все прекрасно. Да, тебя из-за твоего лица, конечно, однозначно будут обвешивать, поэтому сначала ходите, спрашивайте, смотрите. Никогда не... Вот эти правила, они всегда будут. Никогда не давайте аванс, всегда просите документ и всегда проверяйте цену. Это, ну, это в любой стране так, это не только в Казахстане. Что у нас на рынке не обвешивают, да, обвешивают. Единицы, где не обвешивают, единичные страны, где прям такая кристальная чистота. Тем более, если они видят, что вы не знаете казахский, если вы не местные, вы не знаете цен. Вот. А в целом, мне очень нравится, честно. Я жалею только об одном, что раньше не приехала. Жила бы здесь уже, может быть, 2 года, и все было бы замечательно. Вот.